сегодня сотрудниками Центра по противодействию экстремизму из Чеченской Республики и следователем из Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике был проведен обыск в моей квартире на основании решения заводского районного суда города Грозный. В ходе обыска ничего запрещенного не нашли, квартира была чистой, и после обыска мы проехали на допрос. Допрашивают в здание ЦП в Пятигорске. В ходе допроса меня спрашивали о моей деятельности в комитете против пыток и о моей причастности к телеграм-каналу «Адат». Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сообщили, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую, что ли, либо пишу для телеграм-канала вот все эти тексты. Естественно, это не так, и фактически это неправда. Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю. В ходе обыска у меня изъяли телефон и ноутбук, их сказали вернут только в 20-х числах января. Пока я нахожусь в статусе свидетеля по уголовному делу, а уголовное дело по статье 205 прим. 2 – это оправдание терроризма. И якобы вот в телеграм-канале «Адат» был какой-то пост, в котором оправдывается терроризм. Вот. Ну, естественно, этот пост, который мне предъявили и показали, я видел вообще впервые в жизни. Собственно, отношения к «Адату» я не имею, ничего там не пишу, даже не комментирую, а просто мониторю. Вот.